Всем привет, друзья! Сегодня будем играть в Авангард, точнее продолжать играть. В прошлой серии мы остановились в каком-то там домике, я точно уже не помню название, но мы в нем остановились. И в общем, теперь давайте мы подождем, пока пройдет ночь, а потом отправимся куда-нибудь в другое место, в общем. Так. Сон. Поспим часик. Отдыхаем. Во, сохранение. Сохранение. Так, мы проснулись, полностью отдохнул. Давайте мы тогда подождем где-то около 3 часов. У нас уходит очень быстро вода. И еда. Так. Ну что ж, давайте мы тогда выпьем просроченную воду. Ну, там... Качество плохое, она-то не просроченная. Ну, возможно, просроченная. В общем, я не знаю, мне все равно. Так. И что? Допьем. Вот. Так, перчатки одеты. Все. Сон. Спим. Точно, вот теперь точно мы поспим и проснемся уже, думаю, будет утро. Так, вы опять проснулись, полностью отдохнул. В общем, спускаемся. Сейчас. Вот мы на улице, у нас какая-то туманная погодка. Ну ничего, ладно, в принципе, нормально. Сядем в транспорт. О, на бурдышите отлично, у нас как раз есть сломанные практически вещи плохого качества. Так, теперь нужно сесть на заднее сиденье, там тоже должно что-то лежать по-любому, потому что как бы мы там оставляли, то мы там оставляли. А, не, ничего нету. Ладно, в общем, тогда уйдем. Как грустно, как тяжело дышать. Какой хороший ятер. Так, ладно, в общем, побежим. А, вот это точно, мы в прошлой серии же побежали к этому дальнему домику и не залутали вот этот домик. Сейчас мы его залутаем. Палочка. Палочки нам нужны, потому что палочки очень важная часть выживания. Без них никуда. И ветки мешают здесь ходить. Так, вот, в общем, здесь фонари есть, вороны летают. Черная птица зла, наверное. Во! Вяленая говядина. Отлично. Просто прям прекрасно. Отлично. Бардачки пусто. А на огороде капуста. Это была шутка. Так. Какая-то книжка там по охоте, в общем. Что ж. Давайте мы посмотрим на качество этой шапки, которую мы нашли. Ну, не все плохого качества. Да. Поэтому пока что шапку менять не будем, пока не починим нашу. Да, в общем, будет неплохо. О, я, кстати, вспомнил, что можно еще взламывать багажники, потому что у нас есть лом. И здесь у нас новый свитшот. Хорошо, тогда залутаем уже этот дом наконец-то, потому что машины, там вороны, они все отвлекают меня от основной цели, там залутать дом. Ладно, в общем, вот мы в доме. Кухню, наверное, лутать не буду. Так, о, арахисовое масло. Что здесь еще есть? Ну, какая-то еда. А, нет, газировка. Думал, собачья еда. Обезболивающая. Прекрасно так. Газетный рулон. В душе ничего. Обыскать. Давайте, кстати, мы в этой серии попробуем найти озеро, потому что оно вроде бы здесь рядом был. Заберем всю воду. И на озере там был вроде домик мизантропа. Там сейчас полутаемся. Будет круто, даже очень. Лутаем это вот все. Потрепанные джинсы, они нам не нужны. У нас штаны карго, вроде бы.
Извините. Вот. О, термобелье. Термобелье нам еще пригодится. Футболка не нужна. О, у меня здесь самолет летает за окном. Шерстяные носки. Это тоже. Не, в принципе, шерстяные носки я возьму, потому что у меня одна пара спортивных носков. Где-нибудь шерстяные они дают больше тепла. Так, потом оденем мы штаны карго. О, приличные штаны карго. Вот. Прекрасно одеваем тогда их. Вот они. Так, теперь что? А, ничего. Оно все хуже, чем наши вот эти свитера. Здесь ничего нету. Здесь у нас тоже все нормально. Что ж, не плямкай, пожалуйста. Шкафчик. Ладно, давайте подсветим. О, лыжные ботинки. Просто прекрасно, прекрасно. Это нам очень поможет, конечно, выживание. Это вообще прекрасные лыжные ботинки. Они никогда не помешают, поэтому мы их забираем. Они, наверное, дают больше тепла, чем наши эти рабочие ботинки у нас. Или походные. А, рабочие, да. Оденем тогда вот это. Ага, неплохого качества. Давайте починим. Нужна высушенная кожа. Нужно что-то разобрать. Так, собрать. Вот. Собираем сейчас. Соберем, починим все. Вообще все вещи сейчас, наверное, починим. Чтобы сразу тогда. Так, это мы тоже собираем. Круть. Просто ужасно круто. Так. Надеваем наши поношенные лыжные... Ой, одеваем, чиним лыжные ботинки. Или что это было, я не помню. А, да, ботинки. Вот, мы починили их. Теперь они довольно неплохого качества. Поэтому мы их будем носить вместо наших приличных рабочих ботинок. Поедим немножко. Попьем. Ну, я думал, арахисовое масло восстановит немножко. Это самое. Воду. Ну, не, не восстановил. Так, поэтому мы продолжаем, в общем, с вами пить. Есть. Так. Ой. Так, теперь мы, наверное, соберем это. И починим с вами шапочку уж. Потому что у нас все шапки плохого качества. И термобелье. Нет, оно, в принципе, нормальное. Да, нормально. И это нормально. Но мы все-таки его починим. С ней соберем. У нас же их две пары. Вот. Теперь это мы промонтируем. Да. Что ж, нормально. Еще раз ремонтируем, у нас не получилось. О, новые рабочие штаны. Это бы все разобрать. Давайте мы соберем. Они нам не нужны, только зря место занимают. И все, да. О боже, так. Что ж, ну давайте мы тогда... Все сейчас пособираем, починим шапочки, починим, в общем, все, что не починено, починим. Извините за вот это вот «но», починено, 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 починено. Ну, ладно, в общем, неважно. Так, фух. Одеваем нашу шапку. Прекрасно. Пойдем тогда мы сейчас на озеро, там найдем домик мизантропа или эти рыбацкие домики. У нас погодка что-то нормально. Ну, в принципе, нормально. Так, по ощущению 0 градусов вообще прекрасно. Отлично прям. Одежда, значит, держит тепло внутри меня. Да. И вот наше озеро.
и мы будем лутать здесь домики. И, в общем, и домик мизантропа. Но я уже, наверное, все задолбался этим домиком мизантропа. Так, немножко промотал, как я здесь иду. Сбросил я, значит, шапочки. Потому что я перевешен, но я все равно перевешен. И вон там ходит волк. Я думаю, вам видно. Так. А теперь мы с вами отправляемся к домику мизантропа. Вон он находится на этом острове. Я не помню точно, как он называется. Там что-то... Ладно, неважно. Так. Олень. Дебил. Уходи. Не люблю я оленей. О, да. Волк все еще идет. И мы идем. Минус. Уже не ноль. Знаете, почему я молчу? Потому что я так хочу. Хочу, молчу. Хочу, говорю. Ну вот мы пришли в рыбацкий домик. Теперь нам нужно его залутать. Так, леска. В общем, лутаем сгущенка. Что здесь я еще? Ничего вроде нету. А, облутаем. А, холодильник, леска. Так, спички и металлолом. Шапка. Только что там нас сбрасывало шапок, теперь подбирают эти шапки, это, не знаю, зачем я это делаю. В общем, мне все равно, я все равно так. О, так. Пьем водички. Вот это вот еще попью, чтобы восстановить уже еду. В общем, все восстановим. Восстановлю, да, восстановлю. А теперь мы идем к домику мизантропа. Я, наверное, немножко потом поставлю на паузу, чтобы вы не смотрели, как я очень долго иду к этому домику. Да, так я и сделаю. Точно, я так и сделаю, потому что вот мне так хочется. Зажгем. Ну, мы уже, точнее, зажгли, ну, ладно. Вот, я иду. Ну, поставлю на паузу, я практически дошел. Вот у нас опять рыбацкий домик, мы его сейчас залутаем, точнее мы уже его практически залутали. Спички. Розетки. Так, чаек. Пусто. Воду я не беру, не пишите там. Если кто-то вообще меня не смотрит, то не пишите, что я воду пропустил. И мы будем идти и вот так вот бросать этот факел. Это очень увлекательная игра, которую... Мне очень нравится играть. Фух, вон настолько это шел. И вот, я иду. Здесь у нас ходит... Ну, я думаю, видите, кто здесь ходит. Это... коричневый динозавр. Ну, ладно, я, конечно же, вас обманул. Это медведь ходит здесь. Главное, на него не нарваться. Еще волк где-то ходит. Попробуем забраться на остров. Я думаю, не заберемся здесь. Да. Не заберемся точно. Не-а. И вот я так и не забрался. А теперь мы идем искать другой. Другой, да, другой-то. Другой путь. У нас уже устала наша девушка. Медведь уже отошел довольно-таки далеко, на далекое расстояние от нас. И да. О, пещера. А в пещере кости. Возможно, это кости динозавра. Но, скорее всего, это олень. Да, ну, в общем, мы постараемся... Я, точнее, постараюсь забраться вон туда. Что? Волк? О, да, волк. Вот. Ну, странно, почему он не убежал? Давайте подождем еще один. Тупой волк, уходи. Уходи, тупой волк. Умри, умри. Умри, быстрее, быстрее. Убить, убить волка, убить, убить.
Умри, 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 умри. Ой, во. Как же ненавижу такого. Что ему от меня нужно было? Что я ему сделал? Почему он хотел меня убить? Не понимаю, что не так? О боже. У меня вывих лодыжки. Он мне порвал всю одежду. Я найду этого волка и сожгу его дом. И убью его семью, когда найду ружье. Точно, потому что я так и сделал. Так, нам нужно обезболивающее. Да не ори, дура. Дойдем к домику тогда, там уже, наверное, примем обезболивающее. Просто ужасно. Как так возможно? Как? Я не понимаю. Если так из-за каждого волка страдать, ну, даже палочку не взял. Понимаете, для чего? Больно. О, мох. Давайте я хоть моха возьму. Мха соберем. Много мха не бывает. Старый мох. Или что там? А, старый висящий мох. Дом мизантропа. Отлично. Фу, ну, в общем, будем, наверное, уже заканчивать нашу серию. Сейчас я полутаюсь в домике мизантропа. И тогда уже, наверное, закончу серию. А потом мы сбегаем в еще один домик мизантропа, который находится, в общем, на соседнем острове, который находится рядом с этим островом. Фу, прибрежный домик. А, здесь у нас факел. Прекрасно. Просто идеально. У нас есть факел. Опять семья без лиц. Фух. Не знаю, кухню пока что лутать не буду. Так, осмотрюсь. И буду О, что? Обычная парка. Прекрасно. Еще обычную парку нашел. Сейчас тогда мы ее оденем сразу вместо этого жилета. Нам еще нужно это. Принять обезболивающее, не забудь. Потому что я, как всегда, забуду. Ух. Ну и ну. Вроде ничего нету. Ух. Так, книжку возьмем. В общем, ну что ж, ребятки. Если вам понравилось это видео, как я выживал, то, в общем, можете подписаться на канал и поставить лайк. А если вам видео не понравилось, то можете поставить дизлайк. И, в общем... Подписывайтесь на мой канал. Да. Я пока приму обезболивающее. В общем, можете подписаться на канал, если вам понравилось видео. И дальше я буду стараться снимать лучшее видео, но... Ну да. В общем, буду стараться снимать лучшее видео. Фух. Всем пока.